Всем привет! Сегодняшний гайд я посвящу теме, как сохранить права TeamSpeak после переустановки Windows или же самой программы. Все мы сталкивались с данной проблемой. Всегда неприятно, когда права в TeamSpeak обнуляются и приходится ждать администратора или же просить кого-то, чтобы тот его позвал и дал доступ для прогулки по комнатам с предварительной проверкой, ты это или не ты. К счастью, для этого есть решение, и сейчас я расскажу вам, как не только сохранить права на всех серверах, на которых они у вас были, но и как быстро восстановить закладки серверов, плагины, сборки озвучек диктора, языки переводов и даже темы и иконки TeamSpeak. Для того, чтобы сделать бэкап ваших прав и закладок серверов TeamSpeak, вам необходимо сохранить на жесткий диск, флешку или залить в облако папку TS3 Client, которая находится по пути системный диск, пользователи, имя пользователя, AppData, Roaming. А для создания резервной копии плагинов, озвучек, тем, иконок и прочего, необходимо сохранить папку TeamSpeak 3 Client, которую можно найти на системном диске C, в папке Program Files, TeamSpeak 3 Client. Подобный метод также подходит при переносе ваших настроек и прав на другой компьютер или ноутбук. А если же вы желаете свежий TeamSpeak, но только с сохраненными правами без восстановления прочих настроек, то будет достаточно перед переустановкой Windows экспортировать их в файл и сохранить в надежное место свой уникальный ID. Его можно найти в настройках TeamSpeak в разделе «Безопасность», «Менеджер идентификаторов». А в случае необходимости вы всегда можете создать нужное количество идентификаторов и выбрать нужный при подключении к серверам. И не забудьте, в случае восстановления плагинов необходимо заново активировать их в соответствующем разделе. Надеюсь, данный мануал поможет сократить драгоценное время и нервы любому пользователю TeamSpeak. Ну а я пойду готовить для вас следующее видео. Приятного вам общения и помните, не переставайте играть.